Четвертая книга Моисея, числа, глава 24. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из недр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими и сказал Валак Валааму: «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место». Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. И сказал Валаам Валаку: «Не говорил ли я послам твоим, которых ты прислал ко мне, хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени». И произнес притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города». И увидел он Амалика, и произнес притчу свою и сказал: «Первый из народов Амалик, но конец его — гибель». И увидел он Кинеев, и произнес притчу свою и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, как Ассур уведет тебя в плен». И произнес притчу свою и сказал: «Горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог! Придут корабли от Китима, и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель». И встал Валаам, и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою.